Итак, почему нас как магнитом тянет сюда? Очень просто. Стремление жить почти по-европейски. И это для нас. Куда мы едем? А в вольт-ампер. Куда дорога? Да сюда же. Чуть не доезжая нашего поворота. И почему я сюда приезжаю? Потому что я вам в действительности показываю, что это дешевое место. По одной простой причине. В городе таких контор много. Их очень много в действительности. Но ни в одной конторе вы не найдете все, где это все делается подешевле. То есть, если вы будете ездить туда-сюда, направо и налево, да, вы все это найдете. Но цена вопроса. Их, грубо говоря, пока вы перемещаетесь, вы еще и бензин тратите. Вопрос, нужно ли это вам? Или гораздо проще приехать просто сюда. Вот. Далеко ехать не надо, я все показал. По Советской, до вокзальной и не доезжая до поворота налево. Вольт-ампер. Где вы все это дело и берете? А насчет цен, ну посмотрите, какие они здесь. Почему мы сюда заходим? Я отвечу просто. Видал я людей, которые хотели сделать евро. Да, они платили. Видал я людей, которые делали евро. Круто, конечно, было, когда отваливали и не по-детски. Сейчас все по-другому. Мы решили экономить. Решение правильное. Мало того, надо научиться платить. А для этого наша передача. И вот вы в очередной раз меня смотрите. Я вам в действительности говорю, сколько вам для жизни необходимо места? Ну сколько? Для того, чтобы просто прийти и переночевать. По сути, не такое большое количество помещений нужно, да? Чтобы спокойно легли, немножко поиграли в компьютер, посмотрели телевизор, покушали. Ну, я считаю, что 40 квадратных метров этого более чем предостаточно. Жена, ну еще жену. Вот. И вы в течение 2 лет уже смотрите, как я вам показываю, замечательные дешевые дома. СИП-панель и полистирол. Пенополистирол. Вот. То есть эта штука, она вообще никаким образом не прогреется, не промерзнет. Вообще никак. Ну, это бред сивой кобылы. Теперь давайте посмотрим, как вы можете все это дело оборудовать вместе с магазином Вольт Ампер. Ну, пункт номер один. Это поставить замечательные теплые полы. Я вам объясняю. То есть вообще никаких нету необходимости вам даже туда проводить, в том числе и газ. Зачем это надо делать? Потому что тот дом, он шикарен получается. Он летом, и в нем прохладно, а зимой он очень теплый дом, потому что это пенопласт, закрепленный в определенной панели, СИП-панели. То есть вот такая штука укладывается на пол. Сверху вы можете делать что хотите. Я предпочитаю просто положить снаружи либо линолеум, либо ковровое покрытие. И у вас уже будет снизу он топиться, представляете, да? А есть еще такая же штука в магазине Вольт Ампер. Это нагревательный, ультра-инфракрасный нагревательный, цепляет сверху. Вы, по сути, придете и посмотрите, что рядышком с вашими замечательными светодиодными светильниками находится замечательный обогреватель. И если все это дело работает и работает постоянно, то вы никогда на большие деньги не попадете. Почему это круто? Да вы хоть посмотрите Discovery Channel и поймите, как все и строится. Ну и когда мы говорим про теплый пол, да? Я не говорю, что это много должно быть. Вот, смотрите, пожалуйста, для вашего то, что нужно. Вот, немного, по сути. Потому что какой смысл все это дело раскладывать? Берете спокойненько и ставите себе. Вообще стоит копейки просто. Под стяжкой, под все остальные дела. Еще раз объясняю. Если вы это делаете, то нижняя часть должна быть максимально круто сделана. То есть, если это СИП-панели вместе с пенопластом, то то, что вам нужно. Почему я говорю про СИП-панели? Это, по сути, новинка для нас. Потому что грамотнее не квартира в многоэтажке, а собственная земля. К слову, если вы промерзаете в многоэтажке, экструдированный пенопласт на все стены внизу и под радиаторы, покройка сверху и снизу, и вы поймете, что можно даже и не включать калориферы. И это будет круто. Теперь о сути вопроса. Почему мы говорим про то, что делается в России? Да, это делается в России. Потому что вот, вы никуда не отправите медь. Нет, никуда не отправите медь. Так же, как вы никуда не отправите и остальные вещи. То есть у нас все запрещено к вывозу из России. И поэтому все, что нужно для вашего, 100% здесь есть. Вот, смотрите, все из меди. Все из меди. И чуть-чуть, тут чуть-чуть, вот немножко вот не из меди.
То есть надо понимать, где все это делается. Ну и как все это дело учитывается. Вот, пожалуйста, все возможные счетчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да их много-то. А теперь сочиняйте сами. Мы в каком веке живем-то? Пенопласт должен быть изнутри. Поверьте мне, как человеку, получившему пятерку на госэкзамене и по итогам работы в институте. И теперь про цены. Я говорить не буду. Есть человек из пригорода. Допустим, в Белорецке сколько розетка стоит? Ну вот я говорю конкретно вот по ТВ выход, я говорю, в Белорецке 241, здесь в магазине 150 рублей стоит. То есть 91 рубль на одной розетке. То есть при отделке одной комнаты, сейчас мы делаем спальню себе, допустим, там 6-8 розеток, это вот уже набегает порядка 1000 рублей. Можно и сюда приехать. Конечно, то есть бензин уже оправдался. То есть, опять же, приезжаем не за одними розетками. То есть, сейчас люстру хотим купить. То есть, и электропроводка, это все нужно. То есть, довольно-таки выгодно. Наконец-таки Магнитогорск тоже с небес спустился и стал диктовать нормальные дешевые цены. Конечно, конечно. Прям причем во всем. Мы сейчас ремонт делаем. Ну, процентов 80, наверное, материала такой, особенно, который компактно покупаем все в Магнитогорске. Кстати, по сути, прокатиться от магнитки даже за 40 минут – это абсолютно другая территория. Вы в пробках сколько торчите то, а какая чудная земля в Башкирии и образование. Ну да ладно, это по сути. Теперь по сути другой. Вы хотите самые доступные цены, и мы вам их и показываем. Так что думайте, господа, ваше право. Но даже самый умный смотрит мою передачу и понимает, что по сути, кроме вольтампера, разговора про дешевые цены у нас нет. Мы этим делом тоже занимаемся, потому что там тоже нужны низкие цены. По одной простой причине. Я не хочу ни за что переплачивать. Недавно тут зашел, я же хобби занимаюсь, правильно? Вот, мне сказали, что там тяжка одна стоит 90 рублей. Я сказал, а с какого перепуга эта тяжка столько денег стоит? Я пошел, купил себе эти спицы маленькие, те же дела-то и были. Только цена вопроса, или 6 рублей, или 90 рублей. Нормальная цена? Не понимаю, зачем такое везде и делается. Вот. С другими вопросами я также обращаюсь. Езжу и нигде не понимаю результата. Ведь по сути реклама, двигатель, торговля, вы должны работать с нами, господа предприниматели и бизнесмены. Но если вы не работаете, то у вас ничего не получается. В отличие от магазина Вольт Ампер, он нормально работает и у него все получается. И даже если мы не будем говорить о том, что мы перетащим всех, хотя по сути вы должны об этом понять, где самые дешевые цены, то по крайней мере в два раза количество людей, которые сюда приедут, мы обеспечим.